Что-то чудесное слово. Мы изначально хотели называться деггер. Деггер — это такой баскетбольный термин. Ульяна, помоги! Что там у вас с баскетбольными терминами? Я люблю матчасть, давайте. Для атаки в баскетболе используется этот термин, когда не дает противнику шанса на передачу мяча. И мы хотели называться деггер, но деггер звучит не очень круто. Мы такие, блин, либо на корейском, либо на японском. Поэтому вот, мы танго. На японском, да? На корейском. Это на корейском. Все понятно. Все ясно. Спасибо. Мы узнали что-то новое. Спасибо команде танго. О, господи. В этом месте сильно завожусь. Я прям заводная.